День республики отметили и в Акмолинской области. К национальному празднику приурочили порядка 5000 различных мероприятий. Главным из них стало торжественное собрание, где за вклад в развитие региона и укрепление государственности наградили представителей самых разных профессий. Успехи и достижения в области традиционно отметили на торжественном собрании. Сегодня регион является аграрной житницей страны и демонстрирует динамичные темпы развития строительства и металлургии. За всем этим стоит многолетний и кропотливый труд всех акмолинцев, подчеркнул аким области Марат Ахмеджанов. Наложено производство кирпича, мучной, молочной продукции и мясных изделий, сборка автомобилей, сельхозтехники и иных комплектующих. Положительное развитие многих сфер экономики отражается в выгодном географическом расположении области к столице. В первую очередь, это огромный рынок для сбыта наших продукций. Аграрии, педагоги и врачи удостоились высоких государственных наград. Каждый из них внес свою лепту в развитие региона и отдал своей профессии десятки лет. Испытываю огромную гордость, наверное, не только за себя, но и за область. В особенности за мой город, за мой новый город Куше. Это самый молодой, самый развивающийся город. На каком-то этапе я почувствовала социальную ответственность, нехватку школ. Наша компания построила школу. 700 детей на сегодняшний день имеют возможность получить бесплатное образование. В этом году День республики празднуют в регионе масштабно. Здесь провели не только различные мероприятия, но и открыли 10 объектов инфраструктуры и вручили ключи от новых квартир почти 100 акмолинцам. Аслан Абуталипов, Виктор Полянный, Кокшетау, Хабар 24.